В Украине прошли памятные мероприятия по случаю 37-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Разрушение реактора 4-го энергоблока этой АЭС стало крупнейшей в истории атомной энергетики катастрофой и привело к тяжелейшим последствиям, в том числе экономическим и экологическим. Сразу после катастрофы скончался 31 человек. Впоследствии тысячи людей умерли от связанных с радиацией заболеваний. В Киеве минутой молчания почтили память погибших ликвидаторов аварии. Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку воинам Чернобыля и мемориальному кургану героям Чернобыля. Зеленский отметил, что авария на ЧАЭС оставила огромную рану во всем мире. В первый месяц российского вторжения в Украину Чернобыльская АЭС находилась в руках сил РФ. Зеленский призвал мировое сообщество не допустить, чтобы Россия шантажировала планету с помощью объектов атомной энергетики.